Верный Пит. Привет, ребята! Сегодня я расскажу вам про Пита, преданного слугу Пэт Свайпер. Он старается порадовать ее и все время приносит животных. Подарки! Два гренландских тюленя. Достань мне птичку! Но она требует этих животных. Прекрасный выбор. Поймай пушистика! Питомцы для путешествия. Ваше желание – закон, принцесса. Теперь ты мой. Ко мне, собачки. Он преданный слуга. Пора перекусить. Нет, потом. А может, поиграем, принцесса? Ладно, давай. Пит, приберись за меня. Конечно, принцесса. Он оберегает ее. Огромный пузырь. Я защищу вас, принцесса. Что? Пит, что происходит? Иногда Пит пытается сбежать на летающей карете. Но от нас далеко не уйдешь. Ура! Принцессе очень повезло, что у нее есть такой друг.